5-летний Ярослав – обычный мальчуган, с кучей интересов для своего возраста, с любящей мамой и папой, которому, несмотря на юный возраст, он уже старается в меру своих возможностей помогать. А еще очень любознательный. Даже выпросил наш микрофон, решив держать его самостоятельно, пока папа рассказывал нам о нем. Особенно он любит Бонифация смотреть, там... Бременские музыканты, котенок Гав, ну погоди, все вот это вот любит смотреть. Вот сейчас вот вышел вот этот новый фильм «Чебурашка», он его прям с удовольствием смотрит. Даже некоторые фразы начинает потихоньку за ним повторять. То есть, мама, я человек, вот так вот, ну что, а-тя, он так говорит, ну, когда там есть момент, ну что, пошперляли, он вот так вот говорит, то есть, как бы, ну, начинает повторять потихонечку. С самого рождения мальчик был очень тихий и медлительный. Поздно начал переворачиваться, ходить, вспоминают родители. В год Ярослав стал говорить некоторые простые слова, но после полутора лет совсем замолчал. Показывал то, что ему нужно, только мимикой и жестами. В детском саду не играл с детьми, не участвовал в утренниках, отказывался от еды. Родители стали обследовать ребенка у разных специалистов, и лишь в 4 года ему поставили диагноз аутизм. Врачи говорили: да не беспокойтесь, ребятишки, особенно мальчики, вроде как поздно начинают разговаривать, ничего страшного. Мы думали, подождем. Ну а потом вот уже, когда совсем вот поняли, что он только курлычет, и все, начали вот проходить углубленное обследование, и вот нам поставили, к сожалению, диагноз аутизм. Время для лечения и реабилитации было упущено, признают врачи. И сейчас приходится его наверстывать. Ярослав прошел курс реабилитации в Новосибирском центре. Занятия с дефектологом, логопедом, психологом, арт-терапию, массаж и ЛФК. Прогресс есть. Мальчик начал говорить слова, короткие фразы, иногда играет со сверстниками, научился обуваться, есть вилкой, рисовать, исчезли истерики, он играет с машинками, конструктором. В общем, обычный мальчик, который не умеет говорить, из-за чего возникают конфликты со сверстниками. Он в садике в основном один играет с детьми, там он как бы ну, плохо, потому что они разговаривают, что-то ему задают какие-то вопросы, он не может на это ответить, нет ничего. И он поэтому как бы ну, тяжело тоже там с ребятишками общается. Но мы выводим его в садик здесь, ну, в деревне, буквально до обеда, а потом он ну, домой забираем, потому что ему дома легче. Ярослав до сих пор боится некоторых звуков, не всегда выполняет просьбы, часто уходит в себя. Ему нужно успеть до школы научиться общаться с другими детьми. Для этого врачи рекомендовали ему терапию в АБА-центре, но это платное лечение. Мама ухаживает за младшим сыном, работает только папа. Он водитель машины реанимации, каждый день помогает людям, а сейчас они сами просят помощи на лечение сына. Мама обратилась в Русфонд за помощью в сборе средств на оплату курса АБА-терапии для Ярослава. Стоимость лечения более 200 тысяч рублей. Чтобы помочь Ярославу, отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение. Слово «дети», пробел и сумма пожертвования от 10 рублей до 15 тысяч. Если сумма не указана, автоматически спишется 75 рублей. Владельцы смартфонов могут помочь, сканировав QR-код с ваших экранов. Другие способы помощи на сайте Русфонда.